Здравствуйте, я папа Свин. Я приехал покупать наш новый дом. Мы решили его купить у госпожи Бурундучихи. Здравствуйте, госпожа Бурундучиха. Что вы можете нам рассказать о вашем прекрасном доме? Посмотрим, какой он большой. В нем много комнат. Вот внизу комнаты, вверху комнаты, балкон, поляна перед домом. Удобство, правда, на улице. Но это ничего, все впереди. Мы купим мебель, обставим, здесь будет уютно, детям и жене понравится. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы переезжаем. Этот дом очень хороший, он нам служил верой и правдой, но нам придется жить в доме на дереве. Поэтому мы согласны вам его продать. Вроде бы вы хорошие люди. Давайте я вам покажу свой домик. Вот это балкон. Тут балконная дверь. Она открывается. Мы можем зайти через нее в комнату. В комнате горит свет. Вот. Все исправно, все работает. Здесь нету люстры, ее надо будет купить. Здесь тоже нету люстры, ее тоже придется купить. Мебель мы, к сожалению, вывезли всю. У вас есть мебель, господин Свин? Да, у нас много мебели. Мы перевезем мебель со старого дома и купим новую. А на первом этаже тоже горит свет. Сейчас посмотрим, проверим. Да, тоже горит свет. Ну, замечательно, мне очень нравится. И такая удобная лестница. Пойду-ка я попробую по ней забраться наверх. Переход сквозь комнаты совершенно безопасен. Вот так, топ-топ-топ-топ-топ. Думаю, наверху будет детская комната. Внизу будет наша комната с женой. Здесь, наверное, будет кухня. А вот тут ванная. А здесь, наверное, будет... А я даже не знаю, что здесь может быть. Может быть, детей расселить на две комнаты? Тогда эта комната будет Пеппи, а эта комната будет детская для Джорджа. Ну, потянем жребий, чтобы никому было не обидно, кому какая комната. Полезу на крышу, посмотрю. Крыша хорошая, с черепицей, с трубой. Да, тут есть камин. Такие вот окошки. Ку-ку. Ку-ку. Всем видно мой пятачок? А что здесь такое? Здесь еще одна дверь, выход в сад. Как здорово! Топ-топ-топ-топ-топ. Это рукомойник. А это туалет. Да, удобство на улице, это, конечно, минус. Мы привыкли к городскому дому, а это такой большущий загородный дом. Но, в принципе, нас все устраивает, и цена тоже подходящая. Я очень рада, что вам понравилось. Добро пожаловать, заселяйтесь, радуйтесь, растите большие, здоровенькие, и чтобы у вас детки приносили вам только пятерки из школы. Ну хорошо, я поеду сейчас, расскажу жене, как я посмотрел впервые дом, а потом мы с вами расплатимся и будем завозить мебель. Пока-пока!